Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим номерную рамку вместе с камерой заднего вида от компании Ideal, модель ET684. Поставляется фирменная вот такой вот упаковки. Давайте рассмотрим комплектацию. Так, по комплектации у нас провода подключения питания. Питание подключается 12 вольт. Удлинитель видеосигнала 5-метровый. Переходник, подключается выход от камеры, и отдельно у нас есть разъем для видеовыхода RCA тюльпан и для подключения питания разъем. Вот. Ну и также в комплекте сама рамка. Вот так вот выглядит она. В принципе, рамка обычная, стандартная, номерная. Размер, высота 14 сантиметров, длина 55 сантиметров. Вот так вот выглядит, и закреплена камера. Ну, в принципе, ее угол наклона можно регулировать, потом фиксируется это все болтами. Вот так вот выглядит. Так, сейчас мы подключим камеру на питание и посмотрим, как она показывает. Единственное, что хотел заметить, что есть отдельно две петли. Камера может быть как и фронтального, так и заднего вида. То есть в данном случае сейчас камера идет фронтального без разметки, то есть парковочной. Есть две петли. Если перерезать синюю, то парковочная разметка появится. Если разрезать белую, то изображение становится зеркальным. То есть рамка будет предназначена для установки на заднюю часть автомобиля. Так, сейчас мы подключаем и смотрим, как показывает данная камера. Подключили мы камеру на питание, видим изображение с нее на мониторе. Сейчас камера идет на, для того, чтобы установить ее на переднюю часть автомобиля, как я уже рассказывал про две петли, если перерезать, появится парковочная разметка и изображение станет зеркальным, то есть будет предназначено для установки на заднюю часть автомобиля. Угол обзора данной камеры 170 градусов. Системы есть NTSC и PAL. Разрешение данной камеры 628 на 582 пикселя. Имеется также 420 ТВ-линий. Сенсор здесь установлен CCD. Ну, в принципе, более чем достаточно для того, чтобы установить на автомобиль такого разрешения. Вот. При покупке на данную камеру распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость данной камеры вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.